МРОД ⁇ это минимальный размер оплаты труда, который гарантируется государством. В том или ином виде сегодня МРОД применяется практически во всех развитых странах мира, в том числе и в России. Правительство время от времени индексирует этот показатель. МРОД в России с 1 января 2021 года составил 12 792 рубля. Но это не значит, что именно на эту сумму может претендовать любой россиянин. Показатель меняется в зависимости от региона. Давайте разберемся, какие именно изменения произошли с начала 2021 года и как они будут отражаться на нашей жизни в полном обзоре.